Сегодня мы приехали на винодельню и покажем вам, как здесь проходят винные дегустации. К концу 19 века более 50 тысяч гектаров земли было отведено под виноградники на склонах Этны. И именно здесь, в 1898 году, была основана винная компания «Никозия», которая на протяжении всех этих лет переходила от отца к сыну. Сложно даже представить, как эволюционировало производство вина за последние 100 лет. В этой комнате во время производства находятся всего лишь 2 человека, которые контролируют работу машин. Нерезо Маскалезе относится к числу самых ценных сортов винограда в Италии и выращивают его на склонах Сицилийского вулкана. Его еще называют виноградным королем Этны. Именно Нерезо Маскалезе является основой всех красных вин Этны. Если вы хотите выбрать хорошее вино, то лучше брать вина категории DOC. DOC расшифровывается как Denominazione di Origine Controllata. И если DOC написано на бутылке, то считайте это своего рода знак качества. Можно также покупать вина категории EGT. Indicazione Geografica Tipica. EGT идет рангом ниже, чем DOC. Но и стоит немного дешевле.